Товарищи, в наш ЖЭК опять поступил сигнал из милиции. И опять на Борщева. Разрешите этот сигнал зачитать? Разрешай, давай. Афоня, иди-ка сюда, на сцену. Пусть на тебя народ поглядит. Бегу. 2 апреля сего года, находившийся на отдыхе в доме отдыха «Горный Орел», сотрудник вашей организации Борщев А.Н., будучи в нетрезвом состоянии, был задержан органами милиции за ныряние и купание в фонтане городского сквера. Прошу обсудить недостойное поведение гражданина Борщева в коллективе и оказать на него общественные меры воздействия. Начальник отделения милиции города Джарабайды, капитан Схарджбриджи Баджибаев. Ну что же, товарищи. Какие будут вопросы к Борщеву? Активнее, товарищи. Активнее. Ты почему, Борщев, в фонтан полез? Что, жарко было? Из-за женщины. Что, тонула? Да не, мы шли в компании. Она и сказала, слабо Вальдемару нырнуть. Ну, я нырнул. А почему ты? Вот вечно тебе, Борщев, больше всех надо. Пусть бы Вальдемар и нырял. Да она меня Вальдемаром называла. Вот оно что. Все равно нехорошо, Борщев. Мы тебе путевку со скидкой дали, а ты в фонтан. Нехорошо. Да чего уж хорошего.